все люди такие идут, смотрят, с камерой разговаривают. Вот это да. Я пошла становиться белым человеком в Америке, я пойду подаваться на ССН номер, чтобы можно было там, не знаю, в общем, больше возможностей, больше квартир можно снимать, да, потому что некоторые без ССН не дают. Часто, когда оформляешь что-то там в банке, спрашивают ССН номер, вот он у меня теперь должен появиться, ждать нужно будет 4-8 недель. Я немножко такая вся, ну, знаете, странное ощущение, потому что госструктуры, я их не очень люблю, в силу того, что когда я дома хожу в госструктуры, я просто беру с собой книгу и так далее, потому что я знаю, что либо сейчас нужно юлить, что я очень не люблю там подлизываться, шоколадки подсовывать и так далее, либо сидеть ждать 3 часа, и, вероятно, меня еще выгонят, и я еще 5 раз приду. Короче, я взяла телефон, взяла хорошее настроение, надеюсь, что там не будет очереди из кучи народа. В общем, сейчас посмотрим, как работают госструктуры здесь. Вот, кстати, эвакуатор в Сан-Франциско. Кто-то спрашивал, эвакуируют или нет. Эвакуируют еще как. На самом деле с парковкой беда-беда. Я очень не люблю водить в городе, потому что вот мы идем, во-первых, где красные парапеты, парковаться нельзя. То есть вот здесь нельзя будет запарковаться. Смотрим дальше. Здесь сразу висит уже объявление. Вот за такими объявлениями надо следить. Я раньше не обращала внимания, и штраф за неправильную парковку $88. Значит, с 16 по 18, с 9 до 3 нельзя парковаться. В общем, да, и когда вы все-таки найдете место, когда вам повезет, и вы припаркуетесь, у каждого места стоит такой parking meter. И здесь, оно здесь человек запарковался, кстати, он не заплатил. Видите, мигает красненьким, это значит, что не оплачено. А надо оплачивать. Оплачивать нужно с понедельника по пятницу с 7 до 3, а в субботу с 7 до 6. По воскресеньям бесплатно припарковаться. Всем новоприбывшим в США совет. Вот смотрите, всякие клиники китайские. Меня именно китайцы спасли, когда мне казалось, что у меня растет восьмерка. Я пошла к китайцам в стоматологическую клинику, просто сделать рентген. И это стоило $50, что очень божеская цена для клиники в Америке. А уже потом меня направили в американскую клинику, и там только консультация стоила в районе $400. Вот, и еда, конечно, тут подешевле, чем обычно. Вот можно какой-то рисовый ролл, наверное, не очень вкусно. Чего давали-то здесь? Ну, нудл суп 4,49. Еще такс будет на кассе. Пельмешки 6,25. Много всего. Пахнет вкусно, кстати. Ну, все очень китайское. Смотрите, даже обстановка. Все из Китая. Китай, Китай, Китай. А вот там эвакуируют тачку. Вон эвакуатор, вот это прям передо мной машина. Ближайший это эвакуатор. Всех сейчас увезет. Точнее, увез уже всех. А да, кстати, вдали, видите, виднеется Бэй-бридж. Это мост, соединяющий Сан-Франциско с противоположной стороной, с там Окленд и так далее. Вот, Чайна-таун. Он такой типичный Чайна-таун. Я сейчас пойду куплю немножко овощей. Тут все намного дешевле, и тут какое-то все органик, но это мы попробуем. На самом деле органик очень чувствуется. Ну, когда не химические овощи, а натурель.
все люди такие идут, смотрят, с камерой разговаривают. Вот это да, вот это балда. Вот смотрите, цены. Почему я говорю дешевле? Например, 4 штуки кукурузы стоят $2. Например, в Whole Foods, этот магазин такой недешевый, ну, такой для всяких хипстеров, вегетарианцев и так далее, там по доллару одна штука. Вот хурма. Вот такой мешок, я так понимаю, это 500 грамм, типа, о нет, тяжелее. 1,79. Ну, я возьму парочку там внутри. Вот. Бананчики маленькие. Тут еще, кстати, всегда много всего интересного, того, что я никогда не знаю. Вот это вот что такое вообще? Ну, понятно, в принципе, все для американцев. Ничего не понятно мне. Что это, где это? Американского флага я подала на social security. В Сан-Франциско пошел дождик и очень вкусно пахнет. Вот такая красота вокруг меня. Вот, что нужно было, чтобы на social security подать? Нужно было заполнить форму, которая там лежит, там три поля. Нужно было принести свое разрешение на работу, это когда петицию одобряют, такая бумажка, паспорт. И I-94 форму распечатают, ну вот, когда вы прибыли в Штаты. Вот, все, я подала, сказали, где 4 недели занимает проверка, и через 4-8 недель должны прислать SSN. Вот. Кстати, я тут вспомнила, что в детстве, когда мы с мамой ходили по всяким волшебным учреждениям, когда я видела, как мама там, ну, она такая пробивная, она всех орёт, там быстро разруливает ситуации, я почему-то понимала, что я никогда так не смогу делать. И я все время надеялась в глубине души, что я буду заниматься всякими бумажными делами в стране, где не нужно орать ни на кого. Вот, но, в общем-то, в Америке тоже очереди, я взяла час. Единственное, что на меня там, я в одном поле ошиблась, когда заполняла, на меня не накричали, а попросили исправить, вот. Ну, в общем, очень вежливые все, это понятно. Вот, так что для таких, как я, которые любят всячески избегать стрессов, тут, наверное, полегче в плане всяких вот таких вот вещей. Но я думаю, вы понимаете, если вот, когда ты сталкиваешься с этими государственными структурами, какие там все вредные, злые, и понятно, что это не люди, просто они выполняют слишком много работы. Даже на той же почте я замечаю в России, бедные бабушки, там на них весь район просто висит, они там не успевают разносить все письма. Вот. Поэтому вот так, и теперь у меня еще несколько бумажных волокит, типа всяких налоговых номеров и так далее, вот, так что все мне это предстоит еще. Итак, сегодня крутой день в Сан-Фране. Сегодня солнышко, не очень жарко, поэтому я в 5 свитерах, как обычно. У меня уже слишком тепло, я всегда так делаю. Я иду в школу, школа LSC. Она оказалась очень далеко от моего дома и прямо в центре города, недалеко от всего. Как обычно, люди удивляются. Человек идет с камеры, говорит, себя снимает. Смотрите, какая красота. Туда уходят такие перспективы. Ой, на красный пошла хуже. Упс. Вот. Буду обедать с директорами школы, посмотрю на уроки, вот, и мне сейчас акция идет, 4 недели по цене 3, в Сан-Фране это получается $1800 на 4 недели с проживанием. Если честно, квартира стоит дороже, чем курс с проживанием от школы, намного дороже, вот, поэтому сейчас все посмотрим своими глазами. И я бегу по этому финансовому центру и чувствую себя просто, знаете, человеком, который тут такой в офисах работает. У вас развязываются шнурки? У меня все время развязываются шнурки. Я просто не понимаю, я, по-моему, завязывать не умею. Вот. Демонстрирую.
И вот эта вот школа находится в большом торговом, не торговом, а бизнес-центре деловом. В Сан-Франциско в самом-самом центре, вон ребят куча сидит и все занимаются, машут. Вот, все очень дружелюбные. И да, вы прямо в центре Сан-Франциско со всеми там магазинами и так далее. Поэтому очень круто. И вот так вот заходите. А я направляюсь дальше. Я вообще-то хотела пройтись по магазинам, но у меня следующая встреча уже через час. Поэтому я боюсь, что магазины не получится. Кстати, в школе есть русскоязычный человек, который занимается зачислением в университеты. Ребята все время хотят почему-то видеть русскоязычного, хотя понятно, почему хочется пообщаться с соотечественниками. Вот. Какой пёс. Пёс. Привет, ребята, я вам сейчас покажу вечеринку из американского фильма. Прямо вот реально как в фильме. Давайте лук сниму. Вообще ничего я не поснимала. Безумно интересно. Тут все ребята, которых я не видела очень долго, и было много общения, но вот мой лук, и хоть что-то я запечатлела, я надеюсь, что вы не сильно расстроились, потому что, ну, я буду много таких мероприятий снимать, и вот. Так вот, да, уже сцена прощания такая, все же расходится, но вот как это было 120 человек, и все, ну, там, да, детей приводили, животных, pet-friendly, kid-friendly, да, да. Я не доблогер, я записываю, когда все прощаются. Теперь и блогер, Марина, не доблогер.